Всего в турнире приняли участие 19 команд, две из которых – это учащиеся средней школы, остальные – представители трудовых коллективов района. Организаторами чемпионата выступили Республиканское общественное объединение «Белорусская лига интеллектуальных команд» и Солигорская районная организация общественного объединения «БРСМ». Что, где, когда – все-таки это спорт, мы считаем, потому что к этому нужно готовиться, тренироваться. Команды, которые принимают участие, у них у большинства большой опыт уже участия не только в чемпионате Солигорского района, но и в других играх на областном республиканских уровнях. Командам-участникам предстояло ответить на три блока вопросов «Что, где, когда» и сыграть 12 тем своей игры. Вопросы касались практически всех сфер жизнедеятельности человека – спорта, науки, культуры. Участники команд рассказали, что подготовку к чемпионату начали задолго до открытия сезона. Теша с Людмилой, она проводит тренинги, если кому-то нужно, два раза в неделю, это среда и суббота, в Центре детского творчества. Вот. Очень интересно, мы ходили 2 года подряд, очень сильно повысили свой уровень. Настроение бодрое, мы всегда ждем этого сезона, мы всегда ждем результатов этого сезона. Уровень игры пока неплохой, потому что вопросы интересные и всегда приятно брать вопросы. Когда все вопросы слишком сложные, естественно, интерес падает и задор немножко падает. Поэтому всегда вот должно быть интересно и плюс вопросы на знания. К слову, победителем чемпионата будет признана команда, которая наберет наибольшую сумму очков за каждую игру в 5 этапах. Лучшие команды 1, 3 и 4 этапов будут представлять район в финале чемпионата Минской области среди взрослых и молодежных команд, который состоится в мае. Что касается 1 этапа, здесь места распределились следующим образом. Победителем встречи стала команда New Total. На 2-м месте расположилась картотека недоразумений. И замыкает тройку лидеров команда Royal Cheese.